сегодня. Да, сегодня можно сделать много добрых дел, очень важных для себя, для семьи, для своих детей. Вчера прошло, завтра только будет, а сегодня самый лучший день нашей жизни. И вторая причина, почему сегодня самый лучший день, потому что мы будем говорить о самом-самом важном, о здоровье своих детей. По традиции, последнее воскресенье месяца в этой вебинарной комнате проходит День здоровья. Я приглашаю известных, очень опытных докторов-нутрициологов, которые имеют не просто многолетний опыт работы с натуральными витаминно-минеральными комплексами, а 15, 20, 25 лет. И, как вы понимаете, это дорогого стоит, при том, что наших врачей обычных, нутрициологии, то есть как реально вернуть здоровье через обмен веществ, помогая самому организму, наших докторов до сих пор не учат. И вот это доктора, которым есть чем сравнить, и их знания бесценны. Я тоже прошла этот путь, и причиной тому здоровье, вернее, болезнь моего сына. Это было 25 лет назад. У моего ребенка, у моего сына с 10 до 14 лет была бронхиальная астма средней степени тяжести. И я, как врач, как заведующая поликлиникой, не могла ему помочь. Не могла ему помочь и московская медицина. Мы лежали в Московском научно-исследовательском институте. И мне профессора сказали, разводя руками, ну что вы хотите? Бронхиальная астма у детей растет. К сожалению, она продолжает расти и сейчас, спустя 25 лет. А я нашла решение для своего сына. И вот не вот в той самой медицине официальной, с лекарствами, потому что я искала. Не дай бог никому не желаю увидеть, как задыхается твой ребенок, даже врагу не пожелаю. Это страшно. И, знаете, для мамы-врача это страшнее, потому что, обладая медицинскими знаниями, она понимает, что может случиться вдруг в следующую минуту, что может быть еще хуже. Я это пережила, никому не желаю. Но я просто уже не как врач, а как отчаявшаяся мать искала спасение для своего ребенка. И когда в мой кабинет пришел незнакомый человек, он не был врачом, и спросил, как вы относитесь к травам? Я сказала, хорошо отношусь. И даю своему сыну, сама собираю травы, рою корни. Но только эффекта такого значительного нет. А он сказал, вы знаете, вот во Франции сейчас выпустили такие сильные витаминно-минеральные комплексы, которым вот используется буквально живая трава. Я говорю, как это живая? Он говорит, ну, представляете, вот это сохранили все натуральное, все живое, именно живым. И потом я уже вникнув, пройдя обучение, сначала по нутрициологии в Академии имени Сечина, потом в медцентре при управлении делами президента России, я поняла, что дело все не только в травах натуральных, а мы часть природы, и нам именно помогает природа, лечит природа. И что если вот приложить к этим натуральным продуктам еще новые технологии, которые сохраняют все вот это натуральное, полезное, живым, вот это то, что называют врачи биодоступность, то есть то, что придет в клетку, и будет работать. И можно собрать разные травы, как делают многие компании, особенно российские, что обидно. Собирают, и состав неплохой, но технологий, дорогих, хороших технологий, которые сохраняют все натуральное, нет. Вы сегодня услышите, что это за технология, и почему трава становится живой. И почему это так здорово меняет обмен веществ, меняет иммунитет, меняет здоровье наше. И тем более здоровье наших детей.
В общем, через месяц употребления этой продукции не стало астмы, ее нет 25 лет, моему мальчику 38 лет, и слава богу, я как мать нашла спасение для своего ребенка. Но как врач, я когда увидела такие результаты, которые пошли в моей семье, пошли у моих племянников, пошли у моих родителей, у нас всех самих, у нас врачебная семья, да, и, конечно, все нездоровы были. Но я тогда поняла, что за этим будущее. Оказалось, что это уже настоящее для всех стран мира цивилизованных, а мы очень здорово, вот страны СНГ, Россия, мы здорово в этом вопросе отстали. Вот такая предыстория. И я не стала лечить лекарствами, я стала рекомендовать оздоровительные программы с помощью этих витаминов. И вы узнаете, что они самые лучшие. И это не только наше мнение, те, кто уже много лет занимается этими биодобавками, но это мнение независимых экспертных международных организаций. Так что вы сегодня, я обращаюсь к гостям, напишите, если у нас гости, напишите, поставьте единичку, мы вам рады. Сегодня, ну, в некотором роде, вы откроете Америку, да, ну, дело не в Америке, дело в том, что вы узнаете секрет здоровья для своей семьи, как мы открыли его, и слава богу, что мы это узнали, мы совсем по-другому себя чувствуем, у нас другое здоровье, и самое главное, у нас другое здоровье у наших детей. И скажу вам сразу по секрету, самые лучшие, самые яркие, ну, невероятные результаты у детей, потому что организм особенно способен к самовосстановлению. И это счастье, что мы можем помочь нашим детям. И сегодня я вам представляю очень большого специалиста в этой области. Человека, который имеет традиционное образование медицинское, она закончила первую медицинскую академию в Москве. И успешно практиковала как терапевт. И увидев возможности вот этого нового направления, она, увидев результаты и у своих детей, она стала помогать людям возвращать здоровье. 25 лет опыта работы как врача-нутрициолога. Она прошла специальное обучение на базе медицинской академии имени Сеченова в Москве, чтобы для себя понять научную основу. Да, врачи могут по желанию обучаться. Вот, в академиях, в институтах это не преподают, считают. Но мы же врачей готовим болезни лечить, а не здоровье возвращать, да? Вот как-то так получается, к сожалению. Вот мы будем сегодня говорить о здоровье детей. И Нина Васильевна очень такой известный во многих кругах человек среди тех, кто ищет здоровье. Она помогла уже тысячам и, наверное, десяткам тысяч людей, не только сама лично консультируя, но и в чате, в нашем чате в Телеграме, где более 2000 человек зарегистрировано, люди обращаются за помощью. И Нина Васильевна вместе со своими коллегами, тоже очень опытными, очень профессиональными. Я, пользуясь случаем, выражаю им благодарность за работу в этом чате, где много результатов собрано. Вы можете увидеть результаты по любому заболеванию и получить помощь. Это дорогого стоит. Один из самых опытных специалистов нашей компании Project V. И я сейчас ставлю ее информацию. Покидаю вас и предоставляю слово уважаемой Нине Васильевне Колесниковой, врачу-нутрициологу. В чате, хорошо ли меня слышно,
у всех ли есть звук? И мы начинаем. Сегодня действительно особенный день. День, когда мы щедро делимся своими наработками, нашими результатами, нашим видением. Сохранить, приумножить, преувеличить здоровье детей. Дети – самое дорогое практически в нашей жизни. Здоровых детей, к сожалению, в нашей стране не более 6-8%. Вот накануне 1 сентября наши дети идут в школы, в другие учебные заведения, в вузы, потому что детки у нас считаются от рождения и до 18 лет. И по статистике катастрофический рост разных заболеваний, нарушение осанки до 30%. Это данные 2011 года. Как вы думаете, за 10 лет эти данные изменились в лучшую или в худшую сторону? Растет детское ожирение. Чаще встречаются проблемы с щитовидной железой. Дети часто жалуются на боли в животе, на боли в сердце. Очень много детишек уже в детском саду носят очки. Как вы думаете, что влияет на самочувствие наших детей, на их здоровье? Конечно, плохая экология, выхлопные газы, вода, почва, стрессы. Как вы думаете, дети испытывают стресс? Ведь родители так старательно воспитывают своих детей, водят их на различные кружки, секции. Дети загружены. С одной стороны, это хорошо, не будет времени для баловства, но с другой стороны, мы живем в мире, где много гаджетов, телефонов, компьютеров. Дети погружены в них. Вместо того, чтобы заниматься и играть на свежем воздухе, какую-то физическую активность проявлять, они у нас сидят и чахнут дома. Если вы думаете, что вот вы летом их свозили на море, к бабушке, и у нее свой огород, и свежий воздух, и лес рядом. Но вы же родители, вы прекрасно понимаете, что в нашем организме ну, нет кладовочек, нет таких депо, куда можно было бы отложить нужное количество витаминов и минералов на целый год. Да, наши дети неправильно питаются, и в этом виноваты и мы тоже. Мы все заложники пищевой промышленности. Что она предлагает, то мы и покупаем и даем своим детям. Но прежде времени мы начинаем давать им сахар, мы начинаем покупать им чипсы, чупа-чупсы, пепси-колу. И что вы думаете, каково здоровье наших детей на этом фоне? Как любая мама, я тоже заботилась о своих детях. Вы знаете, настолько они болели в тот год, за полгода, как мы переехали с севера сюда, в среднюю полосу России, северо-западный район, они переболели за полгода всеми инфекциями. Какие только можно у детей. Да, в общем-то, я заботилась о здоровье своих детей. Я по блату в те времена, в советские, покупала самые лучшие витамины, как нам казалось, в аптеке. Или же мне их просто вот частным путем передавали, потому что это были импортные витамины, это были витамины по другим технологиям. Казалось, что они лучше, но эффекта я не видела. Дети здоровее от этого не становились. И когда в нашу жизнь пришли натуральные витамины, я подчеркиваю, именно натуральные, а не синтетические, которые продаются в аптеке, у нас все изменилось в нашей жизни. Дети совершенно изменились. Ну вот, например, младший ребенок очень худенький, очень плохо кушал. Не росли коренные зубы. Представляете, молочные выпали, коренные не растут. Волосики жиденькие не растут. Осанка такая измененная.
худой, коленки одна за другую вот как бы цепляются, закручиваются. Ребенок, скажем так, плохо коммуницировал с другими детишками. Во всяком случае, так нам сказала психолог. Была очень плохая запоминаемость текста. Даже разговор шел о том, чтобы перевести ребенка в младших классах в коррекционный класс. И тогда мне было невдомек, что это элементарная нехватка витаминов и минералов в нашей еде. Мы тогда в те годы все одинаково питались. Ущербная была еда. И когда я начала давать своим детям вот эти натуральные, уникальные витамины, вы знаете, ситуация изменилась коренным образом. Буквально через 2 недели ребенок, с которым должны были решать вопрос о переводе его в коррекционный класс, он стал писать такие сочинения без ошибок. Его работы отобрали на городские конкурсные, участвовал в городском конкурсе этих сочинений. Он стал приносить не двойки и тройки, а стабильно 4-ки и 5-ки. Он стал лучше кушать, он стал веселее. Стали расти коренные зубы, исправилась осанка, конечно. Мы к этому подключили бассейн и лечебную физкультуру. Но я потом только поняла, что для того, чтобы ребенок гармонично, правильно развивался, нужен строительный, правильный материал. А это витамины и минералы. Ни для кого не секрет, что каждому человеку каждый день нужны 60 минералов, 20 витаминов, 26 аминокислот, микро- и макроэлементы, полиненасыщенные жирные кислоты и еще 90, а то и более биологически активных веществ, которые существенным образом меняют метаболизм в человеческом организме. И ребенок может развиваться грамотно, правильно, гармонично только при наличии этого строительного материала. Ни для кого не секрет в подростковом возрасте, как дети нас удивляют, когда они за лето вырастают на 12-14 сантиметров. Мамочки хватаются за голову, что уже нога, как у взрослого человека. Одежду нужно покупать другую. Так он быстро вырос. Но ребенок при этом жалуется на усталость, на головные боли, потому что кости растут, а нервные волокна, сосуды не успевают, и ребенок очень плохо себя чувствует. Не хватает натуральных витаминов и минералов. Это метаболическая терапия, как мы сегодня об этом говорим. При этом, с учетом нашей ущербной еды, у нас очень большое количество токсических веществ в организме скапливается. Для того, чтобы человек правильно развивался, повторяю, наши детки от рождения до 18 лет, да, меняется рацион питания, нужно разное количество разных полезных веществ, и питание должно быть разнообразным. Но все ли мы можем обеспечить, ну, скажем так, подростку нужное количество еды, чтобы он правильно, гармонично развивался? Ни для кого не секрет, что для того, чтобы получить нужное количество витаминов в сутки, вот, например, селена, микроэлемента, нужно съесть 160 бананов или 16 яиц. Родители дорогие, скажите, вы можете себе это позволить? Нет. Суточная доза витамина Е – 2 литра оливкового масла. Извините, это не только финансовые трудности вас ждут в этой ситуации, но и проблемы с желудочно-кишечным трактом. Для того, чтобы получить суточную дозу витамина С, например, нужно съесть 15 апельсинов или 12 лимонов или 42 средних помидора. Ну да, это можно сделать в сезон овощей и фруктов, но это просто невозможно съесть такой огромный объем еды, и обеспечить мы это не можем, согласитесь. А ведь каждому человеку нужно ежесуточно такое количество витаминов и минералов. Ну вот, например, если у вас есть автомобиль, и вы автолюбитель, если вы зальете неправильное масло или некачественное масло, автомобиль поедет? Думаю, что нет. Или будет чихать, кашлять, и у вас будут проблемы.
Вот то же самое с человеческим организмом. Неправильные витамины положите, недостаточное количество минералов будет содержаться в вашей еде, и ребенок будет болеть, потому что начинаются проблемы с иммунитетом, с запоминаемостью текста, с интеллектом, с осанкой, с работой эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта. Как же быть человеку? Что делать? Ну, кто-то знает очень интересный, хороший такой путь – идти в аптеку. Но в аптеке никто не заинтересован в том, чтобы ваши дети были здоровы, и вы тоже. Никто не заинтересован, чтобы вы не болели. Там, наоборот, заинтересованы в том, чтобы вы болели и чаще заходили к ним. А ведь ученые планетарного масштаба еще давно доказали, что пища, она должна быть лекарством, а лекарство – пищей. И если мы в свой рацион вводим натуральные компоненты, то наша жизнь будет значительно дольше, ярче, красивее, продуктивнее. И человек непременно будет счастлив. Ведь все хотят жить долго и хотят быть нужными, востребованными. Да, в нашей стране тоже есть удивительные ученые, которые давно уже кричат о том, что с продуктами питания человек получает всего лишь 5-6% полезного. Все остальное остается в дефиците. Как же эти дефициты ликвидировать? Мы поговорим с вами чуть-чуть позже об этом. Вернемся к традиционному пути, которому нас учили все годы. Все прекрасно понимают, я уже говорила, что каждой клетке человеческого организма, ее ведь не накормишь сосисками с макаронами, ей нужны вода, жиры, белки, углеводы, витамины, микроэлементы, еще много биологически активных веществ. И в нее попадают яды и токсины. Из той же воды, из того же воздуха, из того же неадекватного, неправильного питания. И что человеку при этом делать? Ну, когда он плохо себя чувствует, а это, несомненно, произойдет, раз не поступает правильный, грамотный, натуральный строительный материал. Человек идет к врачу, но врач сам больной человек. Как вы думаете, больной человек другому больному человеку может дать грамотную консультацию, рекомендацию? Иногда может, но он непременно выпишет рецепт, отправит вас в аптеку покупать лекарства, и уже статистика чудовищная доказывает, что продолжительность жизни и врачей, и тех, кто очень-очень доверяет аптеке, она всего лишь на 10-12%, ну, скажем так, улучшается. И есть другой путь, уже тоже доказанный, проверенный на себе. Есть второй путь, когда человек употребляет натуральные витамины, натуральные комплексы, и это обеспечивает на 70% высокое качество жизни, совершенно другой уровень здоровья. Это употребление биологически активных комплексов, это основная составляющая для управления качеством жизни. Когда мы в нашей семье к этому пришли, качество жизни изменилось. Изменилось ресурсное состояние. И сегодня мои дети практически не болеют. Молодой человек, это уже молодой человек, который был худенький, плохо кушал, который должен был попасть в коррекционный класс, он прекрасно закончил школу, он поступил на бюджет в один из ведущих вузов нашего города, престижных вузов. Он закончил его и работает, является начальником одного из отделов очень престижной корпорации. Человек востребованный, человек, у которого есть карьерный рост, у которого есть здоровье, и это благодаря именно этим натуральным комплексом.
Вот как человеку, пришел в аптеку, как вот ему разобраться, что брать? Предлагают синтетические витамины. Но самое интересное, что они не работают. И уже Мясников с экрана телевизора говорит, что не злоупотребляйте синтетическими витаминами. Они увеличивают риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний от 18, по некоторым данным, даже до 32%. Вы представляете, какие чудовищные цифры? Опасно брать то, что в аптеке. Вы, когда обращаетесь в аптеку, вы читаете аннотации к лекарственным препаратам? Это целые газеты, бумажные листы, мелким шрифтом исписанные, какие могут быть побочные эффекты, какие чудовищные осложнения. Но ведь этого же не хочется пожелать ни себе, ни своим детям. Обращайте внимание на технологию производства. Вот в наших комплексах это инновационная технология, когда влага из живой травы вымораживается при сверхнизких температурах. Температура закипания жидкого азота минус 196 градусов. Измельчается в вакуумных условиях такая трава до пыльцеобразного состояния. И в ней, в этой клетке, ну, спящий, сохраняется весь комплекс полезных витаминов и минералов. Эта клетка просто спит. По этой технологии работают банки спермы, сохранение спермы или яйцеклеток, банк криодробления, банк криобанк, сохранение живой клетки. И потом, когда эти две клеточки, мужскую и женскую, соединяют, впоследствии рождается здоровый ребенок. Обычно, как это раньше было, траву высушивали, мололи, и вы знаете, это работало тогда, в прошлом веке, позапрошлом веке, потому что была другая экология, было другое количество стрессов, была другая почва, другой воздух, другая вода, и потеря активных веществ была, может быть, невелика. И что тогда делали? Мололи в порошочек или просто траву заваривали кипяточком. Но сегодня все прекрасно понимают, при повышенной температуре, при том, как вы травку заливаете кипятком, погибают большое количество витаминов. И пользы от этой травы практически минимум. Это как дополнительное средство для укрепления здоровья, но не основное. Комплексы, о которых мы сегодня говорим, они все прошли клинические испытания. И это представлено на данном слайде в различных справочниках. Они даже входят в справочник детских инфекций. Эти продукты прошли клинические испытания, хотя таких требований к биологически активным комплексам не предъявляет наша страна. Это необходимость только для лекарственных средств. Но наша компания пошла на клинические испытания доказать и себе, и людям, что эта продукция работает лучше, чем лекарственные средства. Она эффективнее. Это действительно метаболическая терапия. Это лечение без лекарств. И ученые недаром говорят, что 80% назначений, лекарственных назначений, они излишние. Потому что откорректировать самочувствие человека, его здоровье можно с помощью натуральных биологически активных комплексов. Эта продукция имеет международную сертификацию высочайших требований, высочайшего класса. Эта продукция надежна, она эффективна, то, чего мы ждем, собственно, от нее, почему мы ею пользуемся. Эта продукция безопасна, именно поэтому ею пользуют, используют ее в космосе. Даже уже в тех условиях, когда человек находится в невесомости, совершенно по-другому работает сердечно-сосудистая система, костно-мышечный аппарат. И для того, чтобы человек быстро адаптировался потом в земных условиях, эта продукция просто необходима в космосе. Но если ее там используют, значит, она лучшая. Значит, это продукция номер один во всем мире. Значит, она не только безопасна, но она эффективна. И это уже тоже доказано годами
потому что даже люди в возрасте, как наш летчик-космонавт Афанасьев, уже в таком возрасте, вы знаете, летчики на пенсии в 53 года, он пробыл в космосе в общей сложности, ну, около года и 8 месяцев, и, вернувшись на Землю, очень быстро адаптировался к земным условиям, потому что метаболизм в его организме быстро-быстро восстановился. Как вы думаете, этой продукции можно доверять, если она работает в космосе? Да, этой продукции можно доверять, потому что мы пользуемся услугами одного из лучших производителей – Trading Point Group Elite Farm. Находится он в Страсбурге, во Франции, имеет 3 производственные площадки. Его услугами пользуется масса различных предприятий. Выпускают огромное количество и капсул, и растворов, флакончиков, и таблеток. Разные формы используют, но для нас они используют и готовят для нас, для наших детей, совершенно удивительную композицию продукции. Например, Юниор, GN, как мы его называем, это 60 жевательных таблеток для наших детишек. Их же можно давать и людям в пожилом возрасте. Это достаточно вкусно. В них большое содержание витаминов, которые обеспечивают и интеллект, и правильный рост красивых, здоровых зубов, костей, нормализуют работу эндокринной системы. Они являются прекрасным иммуномодулятором и способствуют правильному развитию половой системы. Это комплекс основной для детишек, для беременных, для детишек самого-самого маленького возраста. Вот на данном слайде представлены комплексы, которые необходимы практически каждый день нашим детям, тем более, когда они идут в школу, идут в детский садик или идут в университет или в какие-то колледжи. Это просто необходимо, во всяком случае, для детишек 12 лет, до 12 лет, потому что это обеспечивает и защиту их иммунитета, особенно в условиях пандемии, и можно избежать стрессов, и укрепить нервную систему. И защитить сосуды, в том числе головного мозга, от перенапряжения, от каких-то перегрузок. Защитить нашу кроветворную систему. Эта программа, она практически для всех детей до 12 лет. Включает в себя комплексы, которые содержат омега-полиненасыщенные жирные кислоты. Например, один из комплексов является прекрасным иммуномодулятором. Иногда мы его называем природный антибиотик. И его можно давать детишкам по необходимости, конечно, в любом возрасте. Не бойтесь давать детям даже большие дозировки, чем рекомендованные на этом флакончике, на этой упаковке, потому что таким образом точно избежите развития бронхита при простом даже ОРЗ или ОРВИ и развития воспаления легких. Наши педиатры с удовольствием это используют даже, допустим, 2-летним детишкам, 4-летним детишкам 4-6 капсул в сутки. Если ребенок заболел, если есть кашель, температура, мамочка беспокоится, конечно, там нужен ряд еще других мероприятий. Но детокс является не только, скажем так, чистильщиком, иммуномодулятором. Это природный антибиотик, он обеспечивает защиту детского организма от инфекций, вирусов. Да, это защита и от ковида. Нужно просто грамотно, правильно, регулярно это использовать. Например, продукт А. Комплекс антиоксидантов, который содержит не только витамин С, он содержит и экстракт листьев уникальной травы гинкобилоба. Это улучшение памяти, улучшение когнитивных функций. Это продукт, который препятствует развитию тромбообразования,
укрепляет сосуды, капилляры. Он снижает риск развития сердечно-сосудистой системы. Это тоже продукт для ежедневного использования, даже для детишек. Следующий продукт – это ПИПАКС, наш замечательный продукт, который обеспечивает спокойствие и расслабление. Особенно рекомендован детишкам, ну, отличается кто гипервозбудимостью. Да, это антистрессовый комплекс, да, это комплекс витаминов, уникальных трав, но я хочу подчеркнуть, что эти травы не вызывают аллергии. Вся эта продукция проходила изучение, исследование в лаборатории хромосомных аберраций и доказала и показала, что она обеспечивает защиту генной информации, препятствует развитию мутаций и развитию аутоиммунных заболеваний. Это очень важный момент для каждого родителя. Это защита для вашего ребенка. Да, продукт М обеспечивает правильное прохождение нервного импульса, защита нервных оболочек, защита стенок сосудов, защита стеночки каждой клетки просто необходим для построения органов и систем. Эта продукция в комплексе обеспечивает правильное развитие сердечно-сосудистой системы. Это я говорю для тех мамочек, у кого детишки родились с пороками сердца. На этой продукции прекрасно пороки, ну, самоизлечиваются. Зарастает овальное окошко, у кого оно открыто. То есть выравнивается, выстраивает детский организм, убирает все эти поломки и сам по максимуму решает свои проблемы. Представляете, даже можно без оперативного вмешательства порешать очень многие проблемы. Есть еще ряд комплексов, но это специфические. При особых каких-то показаниях мы тоже подключаем для коррекции здоровья ребенка. После 12 лет, так это можно давать практически всем детишкам, и для того, чтобы поднять гемоглобин, и для того, чтобы правильно развивалась осанка, и чтобы дети не уставали, посещая огромное количество секций и кружков, потому что еще существует большая загруженность в школе. Эту продукцию можно беременным женщинам. Тоже немаловажный факт. Она безопасна. Она комплексная, тоже важный момент. Если сейчас многие специалисты рекомендуют, купите в аптеке калий, кальций, магний. Ребята, это ошибка. Все должно быть гармонично, в комплексе, сбалансировано, в нужном количестве. Есть, я вам постараюсь объяснить это, ну, как бы просто и образно, чтобы вы понимали. Купили, допустим, цинк в аптеке. А цинк, который не прошел, не является биологическим объектом, он металлизированный, он неживой, он не прошел через жизнь растения, он плохо усваивается, очень низкая биодоступность у препаратов из аптеки, тоже немаловажный момент. И этот цинк как бы обволакивает клетку, каждую клеточку организма, и не допускает, допустим, селен, медь, то, что необходимо для гармоничного, правильного развития и функционирования каждой человеческой клетки. Ну вот как быть в этой ситуации? Отдельно покупать магний, цинк и так далее, когда уже все учеными продумано, апробировано, прошло клинические испытания, и это можно все вот в сбалансированном, грамотно подобранном виде положить в рот, дать ребенку, студенту, подростку, да и себе, потому что для родителей тоже стресс, когда дети идут в школу, потому что начинаются занятия, где-то у кого-то пропущенные уроки, не выучил, забыл и так далее. Вот чтобы не забывал, чтобы хорошо, радостно шел в школу, чтобы радовал вас, радовал себя своими успехами, потому что это тоже момент признания. Вот эти комплексы для вас, для наших любимых студентов, для наших подростков. Конечно, дозировки должны быть больше. Я уже про это говорила, но хочу сделать акцент. Эта продукция обладает эффектом синергизма. Ну вот смотрите,
положили вы, допустим, необходимое количество витаминов и минералов. И когда они в комплексе, они усиливают эффект друг друга в правильно подобранном количестве и в правильно подобранных формах. Это биологические объекты. Естественно, что мы усваиваем их, а усваиваемость их на 98%, практически на 100% натуральные комплексы, вы таких нигде, никогда, ни в одной аптеке не найдете. Эта продукция безопасна. Она обеспечивает и защиту каждой клетки организма в целом. Она обеспечивает очищение, обеспечивает питание, защищает от мутаций, способствует улучшению, формированию, правильному формированию иммунитета. И если вы заболеете, то вы или ваши дети перенесут в более легкой форме. Даже переломы срастаются на этой продукции в самые короткие сроки. В моей практике был такой опыт в моей семье, когда несложный перелом. В течение полугода ребенок дважды сломал руку в одном и том же месте, это уже, понимаете, стоит задуматься, это уже крик о помощи. Человеческий организм кричит о помощи. Так не бывает. За полгода второй перелом. И просто большие дозировки наших комплексов в течение 5 дней перелом сросся. Смотрели снимки. 3 независимых травматолога. Удивительная картинка. На этих снимках от начала есть перелом, через 5 дней контрольный снимок, перелома нет. Вы представляете, как адекватно, правильно отвечает организм ребенка на то, что мы вносим правильное количество, нужное количество витаминов, минералов. Организм сам решает свои проблемы, потому что это сложная саморегулирующаяся система. И он без вмешательства врачей очень быстро может порешать. Все зависит от вашего терпения, от дозировок, от нужного количества воды, которое вы даете детям. Потому что я сталкивалась, когда некоторые мамы дают запивать сладким чаем, компотом, а нужно запивать просто чистой водой. Вот на этом слайде представлены комплексы, которые имеют вот такое целенаправленное действие. У них выраженный лечебный, я бы сказала, эффект. Они решают непосредственно какие-то поставленные перед ними задачи. Улучшают зрение, улучшают мозговое кровообращение, процесс запоминания. А для пожилых так это вообще снижает какие-то ненужные функции. То есть способствует решению возрастных проблем в том числе. Это чистка сосудов, это хорошая память, это очищение печени грамотное, очень деликатное, корректное, достойное. Это формирование правильного иммунитета, продукт DR. Продукт BR вот как раз для памяти, для сосудов головного мозга, при аутоиммунных заболеваниях. При многих заболеваниях можно использовать или профилактировать, или даже корректировать. Продукт SafeToSee, мы ждем его в ближайшее время в наших магазинах. Это коррекция зрения, это возможность снять очки или линзы, это даже возможность улучшить зрение при самых-самых сложных, тяжелых заболеваниях. Это может быть макулодистрофия. Это может быть дегенеративные изменения, даже депигментация и так далее. Самые сложные и серьезные заболевания, глаукома. То есть коррекцию зрения можно провести даже этими натуральными комплексами. Продукт ENT обеспечивает работу, правильную работу суставов и позвоночника. То есть вы понимаете, что детям его вроде бы как нет необходимости маленьким детям давать, а вот кто постарше, у кого начинаются какие-то проблемы или присутствуют аутоиммунные заболевания, или уже более старшая возрастная группа, для них этот продукт, наверное, уже необходим. И самый удивительный, уникальный – это продукт LV –
LV, Ливлон мы его любя называем. Это комплекс 12 антиоксидантов, наимощнейший продукт, который обеспечивает и иммунитет, и защиту от вирусов, бактерий, от различных инфекций, обеспечивает полноценную, правильную работу всех органов и систем. Это возможность хорошо учиться, прекрасно все запоминать, быть востребованным, быть признанным, быть красивым, быть эмоционально правильно развитым. Это человек будет действительно гармонично развит в социальной сфере, в духовной. Согласитесь, это, наверное, мечта каждого родителя. Я бы хотела на данном слайде подчеркнуть, что у нас есть сайты с результатами. Вы можете обратиться к людям, которые пригласили вас на эту встречу. Они подскажут, где и как можно почитать по интересующей вас проблеме. Вы можете прийти в чат Telegram, посмотреть в поисковике, в архиве нашего чата масса результатов, даже по самым сложным, непростым заболеваниям. У нас есть масса наработок. Миллионы людей получили свои положительные результаты. Эта продукция, считайте, прошла клинические испытания на протяжении 25 лет в каждой из наших семей. И когда меня спрашивают, кем вы работаете, вы знаете, я даже немножко затрудняюсь сказать. Я говорю, я просто работаю волшебником. Я знаю, как помочь. Я знаю, как порешать многие проблемы. Мы щедро делимся этой возможностью с другими людьми. И вы точно так же можете помочь себе, своей семье. Вы гарантированно, если вы правильно используете эту продукцию, не два раза в году, а каждый день. Помните, я говорила, нет кладовочек, нет каких-то депо в нашем организме. Нам эта продукция нужна каждый день, даже летом, на протяжении всей нашей жизни. И вам гарантированно обеспечено и хорошее здоровье, и возможность отодвинуть старость на долгие-долгие годы. Ведь каждый из нас запрограммирован на 120 лет минимум этой жизни. А хочется пожить, порадоваться и других порадовать. И есть такая возможность с этой продукцией. Продукция компании Project V. Благодарю всех, кто был терпим, кто внимательно слушал, всех, кто подготовил эту презентацию. Особая благодарность Галине Зайцевой за такие прекрасные, яркие, сочные слайды. Большое спасибо всем. В ваших руках теперь тайна. Как вы ею распорядитесь, это уже ваше личное дело. Это, знаете, есть такая притча. Пришел человек к мудрецу. В руках у него живая бабочка. Он зажал ее в ладошках. И спрашивает мудреца, как ты думаешь, она жива или мертва? И мудрец сказал, это смотря что ты с ней сделаешь. Да, ее можно выпустить, она полетит дальше. Или ее можно раздавить. Вот так же убить. Вот так же с этой информацией. Или вы забудете ее, и проблемы вас не покинут. Или вы с этой продукцией, рука об руку по жизни, с людьми, которые вас пригласили на этот день здоровья, которые пригласили вас в наши чаты по этому продукту, рука об руку вы вместе будете идти, решать проблемы по здоровью ваших детей, ваших родителей. Вы знаете, совершенно другая жизнь начинается. Ощущение, что вот все преграды преодолимы. Они расступаются перед нами, потому что мы на правильном пути. Мы ведем правильный, здоровый образ жизни. Мы решаем проблемы по здоровью свои и наших детей. И эта возможность перед вами сегодня открылась. Решайте. Спасибо всем большое.